Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Вьетнам в FIFA на восьмерых на карте 7 морей. Напоминаю, не забывайте делать клипы, потом я соберу из ваших клипов мини-видео этой партии и, мне кажется, это будет интересно. Но если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии, ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», спасибо им большое за поддержку. И вам всем приятного продолжения просмотра. Но религию надо брать, поэтому я и провожу проект. Так, встану сюда. Этот ко мне прям сразу подойдет. Так, сколько у нас... О, неизвестный игрок еще. Ну, видимо, надо еще читать проект. Мне надо забирать трудовую дисциплину, прям кровь из носа. Так что... Митла не первый я встретил. Слушайте, а Митла, по-моему, что-то прикольное, да? Город на 15%... А, ну... Я пока не планирую кампусы строить. О, Антананариву я первый встретил. Антананариву тоже что-то прикольное, по-моему... Дает культуру... 2% культуры за каждого великого человека, да. Вот это интересно. Вернусь сюда, пойду там. Так, мне бы еще одну ГГшку встретить. Ну, я, видите, поставлю на 50% производства. Давайте пока на мастерство переключусь. Потому что я в любом случае сначала молитву в священном месте доделаю. Хотя, блин, надо было доделывать. То есть, да, открывать поселенца, как раз два хода я бы поставил на молитву в священном месте. Так, надо в Хайян идти. Ой, блин. Ну, мне юниты, короче, еще нужны. Наверное, надо сначала поставить на строительство юнитов. Короче, мастерство надо открывать, три хода. Я не могу с этими варварами справиться. Ну, у меня два юнита всего военных. Ничего удивительного. Не знаю, нравится мне музыка Вьетнама. Вау, какие тут места. О, блин, тут, кстати, какие места для Эфиопа, скорее всего. Так, тут чисто производство, давайте... Этим иду с этим лагерем разбираться, ну и на самом деле защитить строителя, когда он будет... Я тут надо две лошади обработать и янтарь. Ну, в принципе, если не считать вот этих варваров, мне все даже по душе. Скорее всего, Эфиоп тут будет город ставить. Ну, для меня далековато. У меня тут место есть. Тут места. Но вообще, с другой стороны, не так много мест. Так, значит, по лесам отходим. Ну что, выкупаем клетку. И строим священное место, очевидно. Тань, поздновато мне уже строить в этой эпохе. Ух ты, губернаторский титул. Немножко, правда, ну, в любом случае берем. Так. Вы знаете, какая проблема у Вьетнама? Ромашку нормальную не построить. Так. Есть пророк.
Нужно юниты строить. А поселенцев попозже. Ну, то есть, я, конечно, не открыл еще эту карточку, но тут надо юнитов строить просто. И вот, собственно, мне не хватило... Сколько мне очков не хватило? 5 очков. То есть, если бы я поставил тут юнит, тут город, да? Но я бы не 5 получал, там, наверное, максимум 4. И мне бы еще кого-то встретить. О! Так, ладно, тут придется еще прачника ставить. Кстати, ставим карточку не плюс 5 против боевой мощи варваров, а на создание юнитов пока. Значит, становимся сюда. Тут еще одну лошадь обрабатываем. Тут пока отходим. Ну, я, наверное, возьму исход евангелистов. Я точно буду распространять религию. И, ну, вьетнамцы, давайте буддистами все-таки будут. Тут надо трудовую дисциплину брать мне. И гурдвару возьму. Харера слабое извержение. Ага, тут конец карты. Не конец карты, блин, это 7 морей. Это тут куча территории на самом деле. Так, давайте пока исторические хроники буду открывать. Я ранний... Мне надо раннюю империю открыть, поставить на поселенцы и строить поселенцы. Но пока я юниты строю, видите. Поэтому откладываемся. Ну, я тут плюс 10 имею, так что тут атаковать меня очень больно. И, наверное, убьем. Отлично. Так, рабочим сюда идем. Скаутом туда вверх пойдем. Этим скаутом. Блин, надо на лесу, в лесе остановиться, чтобы быстрее ходить следующим ходом. Так. Как тут лучше встать? Наверное, так и так. Дальше дуболома сделаем. С этим вот варварским нашествием надо что-то делать и освобождать место для городов просто. Где-то, кстати, маловато холмов из того, что я вижу. Он вообще на религию что-то делает? Что там я видел военный... ну, он вообще священное место, вижу, он какое-то строит. А так, в принципе, у него на пророка еще ничего не идет. Вот священное место у него. Знаете, можно разрушить лагерь, но я постою в защите. Ну, к сожалению, становлюсь сюда, но мне надо обстреливать этого чумохода. Так, а тут я начну... Ну, не начну, продолжу священку достраивать. Видите, мне не хватает счастья. Надо обрабатывать янтарь. И плюс я орошение открыл, да? Ну, давайте стрельбу из лука. И, кстати, колесо. Я сейчас, когда янтарь обработаю, колесо ускорю. Что можно будет и в колесо открыть.
Я думаю, пора раннюю империю открывать. Давайте еще один, еще одного воина сделаю. И начну посевов. Да ладно, разрушился. Ну, вообще, я уже, у меня же религия. С другой стороны. Я просто из-за этого не достроился дуболом. Потому что минус по производству стал, понимаете, из-за разрушенного священного места. Ладно, давайте поселенцев ставить. Что и плюс 5 к боевой мощи против варваров. Да, да, привет. Далеко отсюда? Отремонтируем священное место. Ну, тогда у нас проблем не будет. Нам нужно город-государство еще найти для ускорения политической философии. А, вот он. Валетта, класс. Класс. Это можно будет за веру в центре города все что угодно покупать. Так. Раннюю империю открыли. Давайте теологию. Слушайте. Соседство священного места плюс 100%. Нам необходима теология. Ну что за дебильные перемещения варваров, честно говоря. Просто он, они просто двигают, они даже, по-моему, не атаковали меня. Вот они приходят к моему городу. А, знаете, почему они не атакуют, мне кажется? У них, очевидно, стоит какое-то ограничение по урону. Так как я стою в лесах вот здесь, у меня там плюс 10 на моей территории, да? И они думают, нет, это не пробивается. Но так как им, у них в поведении стоит прибегать на мою территорию, ну, на территорию соперника, то они... Я не буду пока апать в лучников. То они прибегают и отхватывают там. Просто мы прибежали, мы тут тусим. Но что делать, не знаем. А, блин. Ну, мне пока... Ну, 50% к созданию поселенцев это больше, чем соседство священного места, поэтому, наверное, пока теологию не будем открывать. Священное место будет просто плюс 3 производства давать, а это явно больше дает карточка для поселенца. Поэтому давайте мы теологию отложим. Например, военную подготовку начнем. Блин, я не успел походить. В халы надо, наверное, рабочего. Или амбар, подождите. Нет, давайте амбар. Так, тут уничтожаем. А вот он где. Смотрите, растет в город. Угу. Лагерь. Надо успеть походить. А где у нас политическая философия, кстати? Вот здесь. Не, пока не буду туда стремиться. Постройте железный рудник. Или, блин, деньги.
А как, сколько у нас стоит караванчик купить? 110. Кто-то что-то построил, даже не посмотрел, какое... Какое это? Чудо. Еще один лагерь минус будет. Так, тут какая-то территория такая неплохая, да? Знаете, я тут, наверное, на рост переключу. Вот так. Что, сейчас будет минус жителей из-за поселенца? А, блин, слушайте, мне нужен миссионер. Потому что вот тут не работает священное место, трудовую дисциплину не дает. Блин, а мне святилища нет, фак. Сколько святилища? 140, блин, ну надо его строить. Наверное, надо построить после... Да елки. После поселенца. Знаете, я военную традицию открою и через два хода поменяю на соседство священного места. Один посол в Антананариву. Кайф. Так я его засоюзить скоро смогу. Так, пращник, уровень. Начну тоже посела строить. Этот посел сюда пойдет. Я не знаю, тут или поставить... Давайте деду отметим. Дед, я вот тут хочу город поставить. Нет, не стоит. Ну ты же видишь, что это как бы моя территория из-за тропических лесов. Ну так у меня столица, да? Так у меня столица. Давай тогда не ставить там города. Тебе легко говорить, тебе как бы пофигу, а у меня как бы тропические леса, типа у меня, знаешь, так много мест, где они есть. Мне города на холмах надо ставить, холмов тут, как видишь, не особо много. Ну так в этом месте нету холмов. Так-то вот, на бананах холмы есть. Ну бананы же не на реке. Ну, акведук поставлю. Я с таким же успехом могу просто ниже город поставить, типа не на реке, и то же самое сказать. Так давай поставим так города, что наши. Ну тут не, не влезет, тут один только город влазит. Ну посмотри, открой поселенца, ты увидишь. А вот на холм ниже. Ну метку поставь. Вот прям под этой меткой. А, прям под этой меткой? Ну окей. Ну вот так. Хорошо. Ну, смотрите, как у него извержение. А, он взял пантеон, кстати, на веру от извержения. Ну, мудро. В его случае у меня-то вообще нету вулканов. Угу, слушайте, тут еще где-то город, да, влезет? Получается. Ну, мне надо, я хочу сюда поставить в первую очередь. Так, где-то мы португальца встретили. Здорово. Здорово. Я думал, там никто не живет. Так я там и не живу. Я там, где мы встретились, я очень далеко оттуда. Это радует. Так, деньги открыл. В итоге не ускоряя вообще ничего, жаль. Так, сюда.
Тут я сюда становлюсь. А, военную традицию. Это я хотел поменять на... Блин, ну так... Блин. Ну, мне надо быстрее священное место тут, мне кажется, построить. Все-таки. Где соседство? А, я не открыл теологию. Фак. Я не то открыл. Что-то вообще не успеваю ходить. Наверное, проатакуют сейчас. Нет. Странно. Добили. Так, ну нам нужен все-таки рабочий. Нужен караван. Нужно вообще много чего. Ну, мне кажется, мне этих юнитов хватит тут внизу. Вау, реликвия. Это круто. Это, несомненно, круто. Так, как-то вообще через 10 ходов, через 23. Что по религиям? Гнек человеческий, неизвестный игрок, иудаизм, неизвестный игрок, ислам, неизвестный игрок. Пу-пу-пу. Ну, пойду, наверное, сюда тогда. На автомат ставлю скаутов, я тупо не успеваю ходить. Ну, кстати, Португалия на семи морях. Кстати, Португалия на семи морях может быть не очень вообще-то. Я просто возьму уровень, не знаю пока куда ходить этим. А вот и Португалия, да? На автомат поставлю. Артемиду. А тень я Артемиду построил, да? Нет. Ну, то есть ты думаешь, я счет не могу открыть, посмотреть, да? А, экспеки. А, подожди, так их тут уже трое у нас. Я что-то вообще пропустил, какие чудеса строили. Канада в тундре. Нормально, да. Работает сообща, ребята. Пойдем туда. По варварам работать. Англичанин, убери разведчика. Блин, я думал, тут не будет... Заканчивается ход. Ладно, священное место. Святилище, точнее, построено. Все понял, не слышу. Эти поселенцы.
покупаем миссионера. Ты будешь на скоте и в Хайян пойдем. То этот, судя, сам по себе скоте обратится все-таки. Ну и тем более тут нету священного места еще. Драма и поэзия открыты. Что, нет. Ну давайте теологию, я не знаю. Ну, мне кажется, еще рано ставить соседство для священного места. Блин, даже не знаю. Ну, давайте в политическую философию пойдем, тогда мистицизм надо открывать. Или слева у тебя еще есть территория? Я тебе по городам пройдусь. Да есть, есть. У нас, в принципе, горы отделяют. Блин, мне бы рабочего. Мне нельзя, караван или рабочего. Ну, мне нужно... Тебя устраивает? Вино обработать. Я просто бы, наверное, купил рабочего все-таки. 115. Вообще денег мало идет. То есть его строить все-таки надо, елки. Столько всего надо. Это хороший город будет. Ну, правда, мало лесов, но они хотя бы есть все равно. Я тут, наверное, с амбара начну, кстати. Че, давай Португал, Раш, Союзы. Правда, амбар очень долго будет строиться, потому что я поставлю, да, вот эту клетку в первую очередь обрабатывать. Так, а почему я туда отправил? Куда это? Серьезно? И сейчас бы так пошел юнит. Вы видели, какой путь для юнита нарисован был? Блин, как вот этого наркомана поймать? Делаю Антананариву союзником, потому что у меня есть как минимум один великий человек. Ну, короче, добавится немножко культура. Есть этот, вот видите, 0,4 культуры добавилось. Есть апостол. Не знаю, я тут хочу поставить. Там слишком много гор. Ну что, еще посело? Наверное, да. Наверное, да. Не успел ничего сделать. Варвары тут вовсю атакуют Дананг с моря. Но я тут просто отойду, скорее всего. Блин, надо, наверное... Да не знаю, я, конечно, могу убить этого дуболома пращником, но... Не убьет ли мне какой-то другой варварский юнит тогда пращника? Очень бы не хотелось. Город они не возьмут, если я, особенно если я дуболомом сейчас сюда встану. Наверное, все-таки надо отойти пращником. И лечиться. Давайте сюда вот тут, прям, чтобы 100%. Видите, 20 силы стало. Обращаем Хайян, чтобы тут производство появилось. О, видите, сразу на два хода быстрее посел строится. Ну, блин, с эти залагов что произошло? Почему я туда поселенец пошел? Фак. Ладно, стоим. Ну что, я не догоняю этого мудака? Да господи, ну почему ты так ходишь? Ну блин, почему юниты специально, вот этот скаут, он же знает, то есть он знает расположение всех юнитов и специально ходит так, чтобы его невозможно догнать было. Конченые тараканы, вообще ненавижу. Не знаю, постою пока здесь. Может, он туда придет. Так, давайте инженерное дело пока начнем. Египет, а про какую метку ты мне писал? Я просто ее не вижу.
Подождите. Да, это я буду стрелять. Я не хочу, я не буду сейчас стань, естественно, в этой эпохе строить, потому что... Я точно выйду в золотой век и так. Кстати, я не посмотрел, как там другие. О, все в нормальном. Ну, из тех, кого я встретил. Так, а там справа от Эфиопа еще кто-то не встреченный мной должен быть. Так, игры и развлечения. Ну, я, наверное, пока все еще не меняю. Все еще плюс 50% к поселенцам. Так, я куплю... Лечимся. Стоим. Куплю... Рабочий. О, наконец-то я его поймал. Так, идем сюда. Ну, вот этого поселенца я сюда, видимо, поведу. Этого поселенца все-таки сюда. Тут я не знаю, я вот подумаю. Про какую метку ты писал? Надо ли мне там где-то что-то ставить? Так, значит, Халы сам обращается, да? Ну, давайте, наверное, пойду сразу этот город обращать. Здорово. Здорово. Ну, господи. Я не вижу лучников, я тебя поставил. О, еще чудо природы. Вау, источник вечной молодости тут у Эфиопа. Плюс 10 к исцелению на любой территории. Ну, там явно Эфиоп будет ставить город. Это хорошее чудо. Я не вижу, где у тебя на реке стоят лучники. Поставь, пожалуйста, метку, включи видимость для меня, я увижу. А, понял, все, хорошо, спасибо. Я там еще не вижу. Португалец, предложение. Так, надо ли мне здесь еще тут ставиться, этот строится сюда, этот сюда? Даже и не знаю. Кампусы везде плюс один. Ну вот тут бы, наверное, стоило все-таки поставить город вот сюда, скорее всего. Правда, тут леса мало. Ладно. Построим последнего. Разлилось. Это у Эфиопа разлилось, окей. Египет предложение. Так, тут жилье есть, поэтому монумент. Так, давайте здесь я куплю рабочего. А у меня какой-то баг вышел, я выбрал античную республику, и у меня только два слота под экономические курсы и два слота любые курсы. Ты американец.
Ну. Дипломатический слот. А, там понял. Слоты заменяются. Какие-то понял, дипломатические были. Так, тут на производство... Не, вообще, что на производство? Может, все-таки пока сначала эту клетку обрабатывать? Просто тут, ну, одна клетка производства как-то странно. А тут как бы 6 культур я имею. По-моему, неплохо. Так. Все, в принципе, норм. Так, древние стены не хочу пока. Две галеры. Ну, про две галеры можно будет подумать. В хуалы. Как построю рабочего. Так, на что у нас тут предприятия возможны? На янтарь. У меня его 3 штуки, как минимум. А что-то вот... Виноград только... Нет, вот второй. Значит, и на виноград еще возможно. Олигархию или античную республику? Ну, слушайте, у меня из районов только священные места пока что стоят, так что олигархию давайте. Значит, тут ставим соседство. Я, блин, теологию до сих пор не открыл. Что со мной не так? Так. Наверное, плюс одно производство все-таки поставим. Или строителей. Или 30% к созданию строителей. Содержание юнитов. Кавалерии. Или морских. Ладно, пока морских я не скоро буду. Ну как не скоро, вот как минимум 4 хода. Видите, я успею еще что-нибудь другое открыть. Так, Эфиоп религию основал? Да. Паломничество взял. Крестовый поход. А там обратили внимание, что у ислама крестовый поход? Да, да. Это Византия, наверное, да? Нет, Византия. Через 5 ходов обращения. Ну, пошли до Амитлу просто обратим. Заодно территорию исследуем. Нет, сначала обработаем виноград, чтобы счастье появилось в городах. Слушайте, ну... Как бы маловато ресурсов роскоши. Я вот тут еще черепахи вижу. То есть у меня 3 ресурса роскоши и все. Это не дело. Наверное, полечусь. Здесь пока. Так, Антананариву. Митла, торговый путь. Тяжелую колесницу Валетта хочет. Ну, в общем-то, у нас 2 хода есть для
до создания поселенцев, и можно карточку на создание поселенцев убрать. Что я пока не вижу больше, куда мне еще города ставить. То есть я здесь поставлю... А, стоп, еще вот здесь я хотел. Все-таки... А, так у меня идет сюда уже июнь. Так, ну все, да, значит все. Этот сюда отправляется. В гурдвары пойдем. Может, укрепить мне религию? Давайте укреплю. А, храмы еще нужны, точно. Так, значит, один ход надо открыть мне. Давайте военную подготовку. Без Таня. Просто стоим. Плюс 5 я имею в лесу. Хай атакует. Да, классно у тебя, дед, вулканы периодически катастрофически извергаются. Красивые территории. Ну, мне очевидный союзник здесь дед. Мне его территории не нужны. Мне кажется, мои ему тоже не нужны. Из-за разных. Ну, из-за разных территорий, которые нам нужны для развития. О, ГГшка. Религиозная. Так, ну обрабатываю этих лошадей, а этим буду тут уже медь. Нормально? И... Да, так, давайте глянем, где тут священное место возможно поставить. Есть на плюс 3. Ну, я бы скорее сюда ставил, чем сюда. Не буду метку ставить, я думаю, так понятно. А, знаете, что я хочу? Я хочу первого посла и... Валету засоюзить. Что, убираем с поселенцев, ставим первый посол. Может, в Митлу? Вьетнам, ты ставишь туда город? Да. Плохо. Через ход ставлю. Так, я могу сразу покупать. А, не могу, кто-то пере... Ой, кому? Подожди, кто там такой жадный до валетты? Тебе тяжело дать
купить за веру там что-то и перекупай потом обратно. Ты хочешь, давай будем соревноваться по послами. Кому там валета так сильно нужна, расскажите. На один ход, город на один ход. Блин. А вот это неприятненько. Так, ну, надо апнуть. Я даже сюда отойду. Одного лучника апну, этим отойду тоже. Потому что 30 дороговато. Так, храм. Лошади. Храм. Тут священное место я собирался строить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов. Красиво. Классические семь городов шестой Цивы. Так, соседство для кампуса. Нет, ну я, наверное, плюс два влияния в ход поставлю. Из того, что тут есть. Ну, можно, конечно, строительство... Ладно, давайте на строителей. Содержание юнитов против варваров. Да, все так и есть. Значит, в Данхое, к сожалению, придется монумент строить. Лавента. Лавента, по-моему, да, гигантские головы. Такое себе. Блин, что сюда пошел? Вот так надо идти. Блин, еще один лучник. Да вы прикалываетесь. Минус. Минус этот. Так, кого я хочу? Лян, Рейна. Все, зависло все нахрен. Не успел походить. Я в халы второй ход уже не выбираю. Священное место надо... Не умирай. Фига себе, он не умер. Вау. Так, ну... А, блин, он все равно умрет. Нафига я уходил? Что за... Ну, вообще, тут пофигу, но он умрет. Так. Священное место. Все равно пускай растет. Реформацию ускорили. Это за счет количества городов моей религии. Два морских ресурса вообще возможно разработать. Слушайте, а давайте, может, поставлю все-таки 100%
Блин, я хочу священное место тут сначала построить. Хотел к военным, к морским юнитам. Просто смотри, что я тут... А вот тут, как я священное место могу? О, есть на плюс 3. Опять висим. Не, наверное... Ну, блин, хотя там содержание юнитов это 2 монеты. Ну, вообще у меня 9. Ладно, оставим. Ну, вряд ли мне кто-то войну объявит в ближайшее время. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. И напоминаю про клипы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!